студии эстрадного народного танца «Задоринки» еще нет и 5 лет. Но в ее копилке уже больше 100 наград. Коллектив становился неоднократным победителем областных и всероссийских конкурсов. За последние 2 месяца «Задоринки» привезли в родной город больше 20 кубков и дипломов. Одной из самых значимых стал гран-при конкурса «Сияние талантов» в Арзамасе. Для нас это, видимый, наверное, рост. И для меня, как для хореографа, наверное, это знак, что я на правильном пути и нужно двигаться дальше, потому что есть к чему стремиться. Это в первую очередь возможность вывести массовые танцы, вывести деток, потому что не все детки могут поехать далеко, а родители заинтересованы, для деток это хороший опыт. Коллектив Анны Козловской не привык сидеть на месте. Танцоры стараются принимать участие не только в выездных мероприятиях, но и отсылают свои композиции на заочные танцевальные конкурсы. Последним из таких стал международный фестиваль «Вдохновение» в Москве, где среди 1000 конкурсантов «Задоринки» стали лучшими. И девочек пригласили во 2-й очный тур, который в эти выходные пройдет в Казани. Когда это все увидела, прочитала, наверное, у меня 5 минут просто было такое молчание. Я просто перечитывала несколько раз. И девчонки, мы не могли в это поверить. И родители, когда у нас такие успехи, как-то это все было невероятно. И в ближайшем будущем мы надеемся, что наша поездка состоится. И совсем скоро нам достоится честь представить Саров на мировом уровне, где будет жюри, члены палаты ЮНЕСКО, то есть представители Франции. Представлять Саров на мировом уровне «Задоринкам» предстоит впервые. К этому событию девочки усердно готовятся. Все свое свободное время они проводят на тренировках, чтобы наш маленький город отметили на танцевальной карте мира. Упорно перед конкурсами тренируемся, репетируем танцы, чтобы как-то не забывать какие-то движения и сделать все в полную силу. Прежде всего мы едем, конечно, на конкурс, чтобы хочется победить, но прежде всего это посмотреть на других участников, посмотреть, на каком уровне находишься ты. На конкурсе в Казани девочки представят сразу несколько современных танцев. В них они покажут все, чему научились за время существования коллектива. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».